sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Да. Путешествовать с животными возможно? Возможно, но только осторожно. При каких условиях путешествие наиболее комфортное? Наверное, при условиях, когда ты научил животных путешествовать с тобой. То есть они понимают, что происходит, они знают, как себя вести и как себя вести не надо. Сара, иди скорее ко мне. Солнце мое. Сара, нельзя! Ко мне! Быстро! Давай-давай, идем! Ко мне! Ой, ты шлёшь, видишь? Где никто воду и не таскает. Давай. Молодец, ко мне плыви. Есть ножки? Еще вопрос. Какие минусы путешествия с животными? Да минусов, наверное, да почти нет, но как и любое путешествие, ну, типа, когда ты едешь, тебе захотелось в туалет, только ты теперь должен учитывать не свои интересы, а интересы еще и животных, что им надо сходить в туалет, там, что их надо покормить, воды дать. Посидим вот так. Поставим. 7. Давай обратно. Вот сюда. Попить. Ну, как бы я бы не сказал, что есть какие-то серьезные минусы, это ну просто как дождь, он просто есть и все. И тут ты едешь с животными, ну, окей. Как бы, это такое же классное путешествие, как никак. Без животных были не такие классные путешествия. Подожди, но путешествие – это же не только дорога, это и то, куда ты приезжаешь в конечном итоге. Сара, ядрить твою ногу! Здравствуйте, Алик. Да, действительно, ну блин, это да, без животных ты можешь остановиться в каком-нибудь отеле, проще выбрать место, где жить. Но с другой стороны, вот все это приключение, оно теряется. Все становится очень простым. Ты куда-то приехал, заселился в отель, сходил вечером в бар и все. А здесь ты больше проводишь времени на природе. У тебя, ну это как-то больше жизни, что ли, в таком путешествии. Как-то так. Сара, иди попей. Иди попей, папа водичка. Саша, как дела? Доброе утро. Доброе. Как спалось? Спалось отлично. Особенно, когда люди в 10 метрах от тарзанки прыгают в воду. Ну, в целом хорошо. Как с девочками дорога? Отдых? Отдых классный, дорога тоже классная. Там 99%, потому что в 1% времени Сима решила обосраться в салоне автомобиля. Она бежала в лоток и срала. В общем, это была жесть. Вот, но мы все очистили, и говно уже не воняет. Красота.
Сара все время норовит выбежать на солнце, хотя ей очень жарко. А Элька ходит и донимает всех вокруг, чтобы ей дали еду. Ну, в смысле, всех других отдыхающих. Давай, давай, малыши, давай, 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 давай. Ой, молодец, ой, молодец. Ты мой плывок. Сара, иди ко мне. Иди ко мне. Давай, давай, скорее. Давай, 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 давай. Элли, ешь, ешь пену. Ешь пену. Элли, иди ко мне. Давай, давай, сладко. Молодец, молодец, давай, давай. Ай, умница. Ах, ты моя ласка, ты моя красотка. Или ко мне, молодец. Какие плюсы путешествия с собаками? А, из плюсов это весело. Все. Мне было не очень весело, когда первый раз Эльку укачала, и она блевала фонтаном на меня на заднем сиденье. А я смеялся в голос, я помню, ты еще плакать начала. Мне было так смешно. Она блюет струей! Боже, это было как великолепно, как будто кино смотрю. Давай, иди к маме. Сара! Сара! Сара, я здесь, не ловит меня. Иди ко мне. Иди ко мне. Сара, нельзя. Иди, иди сюда. С кошечкой? Ну, с кошечкой лучше всех. Вот без собак было бы вообще замечательно. Они неблагодарные, наглые, мохнатые уроды. Почему? Не ценят они заботу, ласку, дружбу. А вот наша кошечка ценит. Всегда придет поласкаться. И не видит себя как кусок, которому лишь бы убежать, сожрать у детей арбуз. Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. What was crazy? Еще, 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 еще. Плывем, 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 плывем. Молодец. Все, все, наплавались.
Все, остыло. Сара. Как девчонки обычно ведут себя на новом месте? На новом месте они обычно прям на совсем новом. Ну да, когда первый раз куда-то приехали. Но они в основном возбуждены, конечно. Ну, то есть они пытаются побегать, понюхать, узнать, где они, что они. Все три? Элька, да. Сара, да, но не проверяем, мы на поводке на новом месте всегда держим. А Сима скорее посидеть, часика два понаблюдать за всем вокруг, а потом вылезать, если безопасно. Вот так они себя ведут. Расскажи, пожалуйста, немного про наше последнее путешествие. Наше последнее путешествие было на этой неделе в Нижегородскую область. На пару дней. Эли, нельзя! Эли! Нельзя! Вот, длилось два дня, было весело. Собаки сходили с ума. Были ли у них там новые знакомства? Да, было в этот раз аж три лабрадора. Поэтому было весело. Был лабрадор, который... девочка, которая якобы очень атакует маленьких собак, и это все ей не нравится, но с нашими она не смогла совладать. Элька троим лабрадорам надавала лапами по морде, и пока они пытались ее схватить зубами, она проюркивала... Ох, маленькая зараза. Она проюркивала у них между ног, и таким образом они путались сами в себе. И, короче говоря, она очень быстро объяснила им, что гонять маленьких собак, которые опытные, а у нас опытная дама, между прочим, это такая себе затея, и они подружились. Удивительно. Хотели кошку как собаку? В итоге получили самую преданную собаку в лице кошки. Так, ты, значит, говоришь, что сложностей в путешествиях с животными нет. Верно. Но ведь нам для этого пришлось купить машину. Ну, появились бы дети, тоже пришлось бы купить машину. Захотели бы путешествовать как-то с плюс-минус комфортом, а не на далекие расстояния, тоже пришлось бы купить машину. Да многое, что мы бы захотели делать, пришлось бы купить машину. За город выезжать. Машина. А не платить конские штрафы за ДТП, совершенно незначительные в каршеринге. Машина. Ну, все, машина. Сара, ты уже как колбаса замоталась в веревку.
Саша, да? У нас новая рубрика «Блиц-опрос». Ты готов? Да. 5 коротких вопросов, нужно отвечать быстро. Насколько быстро? Максимально быстро. Хорошо. Первое. Опиши 3 словами наше путешествие с животными. Офигеть, как долго. Второе. За кого больше всего переживаешь в дороге? Сима. С кем путешествовать в кайф? Симой. Что главное не забыть взять в дорогу? Лоток. И последнее. Самый забавный момент в путешествии. Сима обосрал в салоне. Так воняло жутко. Но это было так забавно. Первый опыт. Ты дома.